друзья, сейчас 29 июня 2024 года. Мы находимся по улице Карпинского, вернее, той ее части, где сейчас происходит ремонт дороги. Давайте пройдемся по этому участку и посмотрим, на какой стадии этот ремонт сейчас находится. Попробуем подойти к мосту и далее, если получится, до шоссе Космонавтов. И как мы сейчас видим, трамвайные пути здесь уже фактически разобраны. Ударными темпами происходит строительство дома справа, который вы видите. Котлован, который был ранее выкопан, уже засыпали и проложили определенную часть дороги. А вот впереди на мосту работает техника. Раньше туда еще можно было пройти. Как сейчас будет, я не знаю. Шпалы и рельсы полностью разобрали. А с правой стороны работает трактор. И льется какая-то вода. Видимо, специально, чтобы пыль не разносилась, что ли. Точно трактор работает. Полностью идет засыпка дороги. Как я вижу, все уже забором заделали. Раньше тут пройти можно было, а сейчас уже не особо и пройдешь-то. Ну, вон люди вроде проходят. Сейчас давайте пройдем туда. Может, оттуда что-то увидим. Но первое, что можно сказать, это то, что поезда до сих пор еще ходят. Слышны их гудки, потому что... Да, строители взялись серьезно за работу. Раньше этого не было. Забора. Вон поезд впереди. Может, хоть издалека что-то увидим. Давайте через решетку посмотрим. Да, все загородили. Ну, давайте еще пройдемся дальше.
Вот, друзья, пройти-то можно, оказывается. Вот посмотрите, как происходит процесс разрушения. Таким образом, перфоратор на базе экскаватора разрушает сам мост, а работники внизу сразу все прибирают. С такими темпами, друзья, скоро от этого моста на самом деле ничего не останется. Ну вот, как-то так процесс и происходит. А вот вам и поезд. Одно интересно, там же внизу все-таки провода проходят под мостом. И, судя по всему, там еще электричество проведено. Это ж какое надо иметь мастерство, чтобы с такой точностью все это разрушать, чтобы провода-то не пострадали. Стопудов мастера работают своего дела. Когда поезд проходит, все останавливается, чтобы, не дай бог, там что-то не упало вниз. Работают люди, что-то, видимо, подготавливают. Вот, друзья, смотрите, как все происходит, оказывается. Сначала работает перфоратор на базе экскаватора, а потом работники все убирают, чтобы на железных путях было чисто. А мы еще не могли понять, как это происходит. Все просто. Мост пока еще стоит.
А что же у нас находится на противоположной стороне моста? Давайте тоже пройдемся и посмотрим. Тут смотрю, даже на велосипедах еще нельзя. Ну вот с этой стороны мост так выглядит. Работники работают. Еще и поезд впереди идет. Вот когда поезд идет, все прекращают работу и ждут, когда он проедет. Друзья, сами видите, какое здесь интенсивное идет движение поездов. Но тем не менее работает. Процесс движется. Кстати, друзья, хочу исправить свою ошибку. В прошлых обзорах я говорил, что идет строительство дороги шоссе космонавтов с улицы Карпинского. Вношу поправку. Вот от моста и до шоссе космонавтов идет улица Столбовая. Поэтому фактически улица Карпинского с улицей шоссе космонавтов не соединяется. Просто Столбовая плавно переходит в улицу Карпинского, и дальше уже она идет далее. Но поскольку эта улица Столбовая короткая, ну то есть тут фактически сколько? 200-300 метров ее. То обычно так и остается в народе, что перекресток улицы Карпинского с шоссе космонавтов. Но повторюсь, по документам с шоссе космонавтов на перекрестке объединяется улица Столбовая. Вот как-то так. Ну а что же у нас сама развязка шоссе космонавтов с улицы Столбовой? Давайте подойдем ближе, посмотрим. Вот работает техника. Ну, фактически все разрыто. Но, как мы видим, заезды на эстакаду еще так и не сделали. Видимо, все идут подготовительные работы к этому делу. А так работники работают. Ну вот, как-то так. Единственное, что люди пытаются пройти здесь как-то на ту сторону улиц через мост. Но уже это делать сложнее гораздо. Хотя, честно говоря, я там смотрел,
тропинки есть. И рабочие достаточно лояльно относятся к тому, что там кто-то хочет пройти. Ну, давайте еще проедем к мосту на Крисаново. А вот на такой стадии сейчас находится строительство моста по улице Крисанова к улице Пушкина. Здесь особо больших движений вперед не очень заметно. Видно, что техника работает. Но вот как было два пролета уложено, так вот пока два и осталось. Единственное, что вижу изменения, это вот мост разобрали пешеходный. И как людям теперь ходить, непонятно. Вот подошел человек и не знает, что дальше делать. Ну, пробует перейти. Даже интересно, как это у него получится. Куда-то полез под мост. Видимо, там временная перекладина есть. Да, вон видно. По доскам идет. Ну вот, зачем его надо было разбирать? Непонятно. Ну, единственное, какая мысль возникает, что, наверное, новый каркас делают. Обновляют этот мост. Ну да, судя по тому, что там вон работники работают, видимо, да, на самом деле. Потому что совсем его убирать, наверное, было бы неразумно. Да, видимо, мост обветшал и новый каркас делают. Ну вот, друзья, на такой стадии сейчас находится эта стройка. Улица Карпинского, Столбовая, шоссе Космонавтов, Крисанова, Пушкина. Надеюсь, вы общее понятие получили от моего обзора. А посему буду заканчивать это видео. И до новой встречи, друзья!